Если вы смотрите этот ролик, значит, вы уже знаете, как подать заявку на приобретение собственного машиноместа. Если нет, ссылки вы увидите прямо сейчас, на своем экране. Кстати, они еще и будут под этим видео. Итак, это значит, что вы как минимум успели использовать свое преимущественное право раньше конкурентов среди соседей. Но теперь нужно закрепить результат, а именно оформить договор купли-продажи. И в этом деле важны нюансы. Во-первых, сроки. На оплату есть не больше 10 дней. Здесь лучше поторопиться. Затягивание более чем на 10 дней с переводом средств приравнивается к отказу от машиноместа. Согласитесь, все честно, ведь есть и другие желающие. К слову, парковочное место можно оплатить и с привлечением банковских средств. Например, оформить ипотеку. Какие условия? Тут лучше подскажут в любом банке. И еще один период, который стоит запомнить. 30 дней. Именно столько времени, не больше, должно пройти от одобрения заявки до заключения договора. И после начинается последний этап – государственная регистрация сделки в Росреестре. Кстати, специалисты Центра управления городским имуществом помогут и в этом вопросе. Так, после всего нескольких недель у вас появились в собственности еще несколько квадратных метров в одном из самых привлекательных городов Европы. И у вашего автомобиля всегда будет надежная и безопасная стоянка. Кстати, узнать адреса ближайших доступных паркингов можно на сайте Центра управления городским имуществом или на инвестиционном портале Москвы.